Хотим передать привет нашей Любе. Она сейчас в командировке выполняет особо важное задание. Но каждый день она звонит, говорит, что соскучилась за нами, что следит за танцами, передает всем абсолютно привет. Очень скучает, очень о нас думает. Поэтому хотим сказать: Люба, полетайте до самого солнца и домой возвращайтесь скорее. Любушка, давай возвращайся. Да, привет, Люба, привет, привет, приезжай, мы тебя ждем. И Николаюшка хочет. Николаюшка. Паша, мы скучаем. Самый пламенный привет от руки и сердца. Приезжай быстрее, я уже извелся, даже издолбился. Износился. Любушка, привет, приезжай быстрее. Я тут сок вышел.